55 лет сегодня отмечает актер театра и кино, режиссер, народный артист России Олег Меньшиков. Популярность и любовь зрителей ему принесла роль Костика в фильме «Покровские ворота». Меньшиков снимался в «Утомленных солнцем», «Сибирском цирюльнике». Два года назад сыграл легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова в «Легенде номер 17». С 2012-го Меньшиков становится художественным руководителем и директором Московского драматического театра имени Ермоловой. На его сцене Олег Меньшиков и отметит свой день рождения.